Добрый день. Сегодня не было возможности записывать, как мы на работу собираемся. Потому что гладила с утра бельё. Угу. Занималась своим любимым делом. Короче, нужно идти на обед. Там у нас мужчина делает дверь. У нас дверь была сломана. Да, так получилось, что замок на двери защелкнулся, и пришлось дверь выламывать, разгибать. И сегодня вот только-только простила я месяца два, наверное, бегала за теми или иными мужчинами, которые могут дверь установить. И сначала не могли дверь найти нужную. Потом стал вопрос о том, кого приглашать. Вроде как нашла у нас работника. Но он отказался в последний момент, сказал, я не буду в этом доме ставить дверь. Там нужно долбить. У меня просто времени нету столько. А денег я с этого поимею, как бы, ну, такса-то обоснованная, но все равно, говорит, нужно столько будет заплатить. Я говорю, ты что, с ума сошел, говорю? Столько эта дверь стоит. Говорит, извини меня, конечно, но столько эта дверь стоит. Он говорит, ну, это дом панельный, типа, работы много, но на самом деле, говорит, много времени. На все это уйдет, перфоратором долбить, и не дай бог, еще там мне где-то продолблю, и получится фейерверк. Поэтому искала долго, кто установит дверь. Нашла вот мужчину, он сейчас у нас дома устанавливает дверь. Пойду на обед, ему нужно отойти, взять перфоратор, все-таки нужно долбить. Будет долбить, и будет у нас новая дверь стоять. Наконец-то. А то такие щели, дует капец. Ну, так получилось, пришлось снимать. Сегодня на улице вообще жара. Обещали на выходных минус 28. Ощущаться будет как минус 35. Еще вы думали? Фиг там плавал. Сейчас смотрю, минус 7, минус 8. Короче, весна, по ходу дела, собралась раньше времени. Хотя странно, февраль должно мести и мести. А тут что-то весна собралась. Зачем? Рано же еще. Как и говорила, на улице теплый. Снег идет, как всегда. Скоро лето. Скоро все потечет, весна. Граждане ходят. Основной инструмент — лопата. У нас на севере в это время там спрашивали про белые ночи. Да, у нас есть белые ночи. И зимой у нас действительно темно практически круглые сутки, а летом светло круглые сутки. Республика Карелия, поселок Лоухи. Там, кто еще не знает, новенький на канале. Так что так вот у нас. Небольшой поселок городского типа. Население 3 с копейками тысячи человек, а сам Лоушский район 11,5 тысяч населения. Район очень большой, больше, чем Чеченская республика в целом, всего лишь один район в Карелии. Там спрашивали еще, раз вы живете в Лоухе, то как вас называть, лохи? Нет, мы лоухчане, господа, мы лоухчане. Как будто метет, а это не метет, это дым с трубы. Ой, ножка. На каблуках идти. Тяжко, да что ж такое? О, дым. Ну вот и идешь так на каблуках. Ножки заламываешь. Подверду. Ой, дым вонючий, подверду. Блин, не могу. Как вдохнуть-то, елки-палки, блин. Фух. Шла, ногу подвернула на работу вчера на каблуках. Вот по этим вот нашим. То яма, то канава, да? Ничего, посидела на крылечке возле зоомагазина. Отошла и пошла дальше на работу. Здрасте. Антоша. Антоша. Хрю-хрю, да. Привет, дорогой. Здрасте, Лан Сана. Здравствуйте. Поставил сверху свои отметки. Ага, все надо пометить. Соседи. Соседи у нас классные. Вот дворники, девушки у нас чистят, молодцы. Ирина тут старается. Дворник Ирина. А это вот чистить не должны наши дворники. Территория заканчивается вот так вот. До квартирного дома. Нет межевания домов. Только так. Ага. Ага, он пишет вон. Кого? А
облом такой. А сколько надо долбить? Не. А? Все 6 дырок передавливать и немного вот здесь срезать. А там что, опять такая дверь, которая по кругу? Что, в каком По смысле? Кругу закрывается, так как опять такая дверь? Да вот она. Нет. Нет? Эти-то штыри у тебя не ходят. Ага, все, поняла. Так у тебя и в этой же не по кругу. В этой двери получилось так, что вот она закрылась. Но оно закрывается вверх. Да. Вверх и эта сторона. Да, это что за замок такой дурацкий был? Так я здесь тоже самое, по-моему. Блин. Подожди, я не обращал внимания. А, нет, здесь это здесь простая. Здесь нормальная? Да, это простая. А, ну слава богу. Хочу посмотреть сбоку, какая она. А сколько долбить надо по высоте будет? Почти 5 сантиметров. А там нету никаких коммуникаций инженерных? Я у тебя... А здесь откуда у тебя эта панель идет? Да? Там ничего такого. Вот же я у тебя аккуратно эти снимал, но я смотрю, это там врубленный вон. Витя говорил, что он не хочет долбить, потому что, говорит, он здесь ставил двери, и вот так вот, если вот снимать, то там есть что-то тоже инженерные сети какие-то. Вот, смотри здесь, какие у тебя здесь инженерные сети. Вот она у тебя же, это панельный дом. Ага. Вот до нее вот это. Ага. Это впритык. И все, и нормально будет, да? Да. Да, ну хорошо, я вас жду. Ну, сейчас я быстро. Ага, благодарю. Ты же на первом Майской 9 же работаешь? Да. Ну, мне до 10-го дома. Ага, придется. Хорошо, ага. Ну, такая дверь у нас была. Пришлось выломать. Ой, с той стороны. Ну, сфокусируйся. Пришлось выломать. Здесь еще такие вот замки. Вот так тык и закрывалось. Тык, тык, тык. И вот. Ломали. Под покровом ночи монтировочкой. Пытались попасть в квартиру. Ну, поскольку квартира съемная, дверь надо восстановить. По нашей вине она так защелкнулась. Ничего, починим. И как вот мне сейчас быть? Леша попросил зайти в магазин, еще кое-что купить, и что? Жду тогда, когда придет Сергей, обратно вернется, и тогда схожу в магазин. Ну, потому что, ну, как иначе? Все ботинки тут стоят. Потому что он показывает реальную жизнь. При социализме. Точнее, такую, какая она была в мечтах членов правительства. Дело уже даже было не столько в цене вопроса, уже любые деньги. Лишь бы только сделали, потому что хозяйка квартиры, хоть и моя родственница, она все прекрасно поняла, хоть и моя родственница, но все равно, да, тянуть что, сколько можно уже. Пару месяцев уже тянем с установкой двери. Сначала дверь не такая, не могли найти дверь такую вот, чтобы открывалась на эту сторону. Потом не могли дверь, чтобы была по размерам найти. Двери, которые были в наличии, они стоили баснословных денег каких-то, поэтому... Пока привезли то, пока увезли то, пока человека нашли. Ой, что есть-то? Пельмени не хочу, на завтрак есть. Ничего есть не хочу. Может, яичницу? Отметить аккуратность Сергея, это, конечно, фантастически. Смотрите, где мои тапки, правда, я сейчас их найду. Ну, все убирает сразу за собой. Какой молодец. Какой молодец, а. Просто... Человек этот чайник с калитками, с пиццей, но работает целый день. Яблочки все. О, мне еще шоколады поставил. Сейчас вернется с препарата. Ну, чай, все, так, чай не предполагается. Ты не обедал даже. Закрою двери, а то холодно. Дует. Скажете, а как же там все открыто, кто-нибудь что-нибудь сопрет. Да никто ничего не сопрет, никому ничего не надо. Соседи у нас классные. Да и вообще у нас так... Ой. Не принято. Тихо, тихо, тихо. У нас приличный канал. Ян все еще идет и идет. Блин, я тащусь с этого чувака, обожаю его канал. Блин, посмотрите, вот такая навязчивая реклама уже, хотя не реклама, а просто сама в восторге от канала. Классный. Какие у меня эти тапки-то по всей хате. А, тапки мои. Смыкались. Хожу как дурак. Еще. Зачем натуревато тут? А, наверное, чтобы не холодно было. Изначально так хозяева установили. Не знаю. Так много вопросов и так мало ответов. Тут
Вата нету. Коробку, наверное, вата не будет. Или будет? Не знаю. Я что думаю, что в подъезде. Ну-ка.